Ладно, я вижу, что на часах уже 12:00. Это означает, что мы можем начинать. Всем еще раз доброе утро. Спасибо, что участвуете в сегодняшнем вебинаре. Сегодня мы говорим о сертификации SPHRI от организации HRCI. И сегодня немножко рассмотрим теоретическую часть этого модуля. Всего курс подготовки к сертификации состоит из 12 занятий. Первое занятие, оно вводное, то есть я буду рассказывать много общих вещей и немножко теории. Дальше у нас теории будет больше, 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 то есть мы будем наращивать объемы. Вот. И за 12 занятий полностью пройдем всю теоретическую часть, которая необходима для сертификации SPHRI. О чем говорим с вами сегодня? Говорим о том, что такое сертификация HRCI, SPHRI, о том, как регистрироваться на экзамене, что делать, если уровень английского не супер свободный. Посмотрим одну из тем в рамках сертификации, называется Organization and Management, и разберем несколько тестовых вопросов. Такой у нас с вами сегодня план. Вот, поэтому приступаем. Итак, что такое сертификация HRCI, SPHRI? Расскажу про организацию HRCI. Полное название – это HR Certification Institute, то есть Институт сертификации HR. Эта организация существует на рынке более 40 лет. Да? Цель этой организации была создать некий стандарт знаний, которыми должны обладать HR, и потом этот стандарт знаний оценивать для того, чтобы говорить, что вот эти HR, которые прошли экзамен, они действительно первоклассные HR. Как и любая другая сертификация, существующая на рынке, а сейчас сертифицируются практически все такие популярные профессии, есть сертификация для финансистов CFA, есть сертификация для бухгалтеров ACCA, есть сертификация для проект-менеджеров PMP и так далее. То есть в целом сертифицировать профессии и выдавать сертификат тем, кто показал высокий уровень знаний, это современный тренд для разработчиков, там большое количество своих сертификаций, для маркетологов и так далее. То есть на сегодняшний день это простой способ доказать компании или партнеру о том, что вы действительно высокого уровня. Сертификация HRCI, единственная в мире, которая получила аккредитацию National Commission of Certifying Agencies в США, то есть это единственная HR-сертификация, которая аккредитована государственным органом США, ну и, соответственно, ее признают огромное количество стран по всему миру, потому что, ну, понятно, что уровень сертификации в США, он достаточно высокий, вот, и многие страны с радостью его признают у себя. На сегодняшний день, на 28 сентября 2019 года, более 500 тысяч сертификатов выдано по всему миру этой организации. Это те, кто успешно сдали экзамен. Это больше, чем 125 стран мира. Если вы, например, в LinkedIn напишите какое-нибудь из названий сертификации, их есть несколько, но мы познакомимся с теми, которые нас интересуют, вы точно найдете представителей в самых разнообразных странах. Скорее всего, в наших странах их будет не так уж и много, таких представителей, потому что у нас это только начинает набирать обороты, начинают люди к этому привыкать и понимать значимость, но в мире таких сертификаций будет много. 93% компаний из списка Fortune 500. Что такое Fortune 500? Это самые крупные компании мира. Да, вот они попадают в список топ-500 компаний мира. Так вот, 93% компаний, они нанимают, да, или содержат HR с сертификацией. Вот. Согласно исследованиям PayScale, HR-сертификация HRCI, она в 5 раз более востребована других сертификаций, то есть ее чаще упоминают. Вот, например, вчера мы общались с одной из студенток, возможно, вы есть сегодня в чате, на сайте monster.com я посмотрел, сколько вакансий содержит сертификацию, требования к сертификации PHRI и SPHRI. В целом нашел около 4000 вакансий, где заявлены требования, такая вот сертификация. Также согласно исследованиям PayScale, PayScale — это такой сайт, который проводит много исследований, который проводит исследования заработных плат, они обнаружили, что те HR, у которых есть сертификация, по факту зарабатывают больше, чем HR, у которых сертификации нет. Да, то есть сертификация — это еще окно или дверь, или путь к более высокому доходу.
Вот, также любопытно такое исследование, что в компании, где работают выпускники или держатели сертификаций, такие компании получают больше дохода. Почему? Потому что многие бизнесы сейчас, они управляются или зависят от людей, не от станков, не от заводов, не от земель, да, от людей. И чем лучше система управления персоналом в компании, тем более успешная компания. А международная сертификация HR, она, ну, как бы заставляет HR-ов познакомиться с лучшими практиками, там, применять их в работе. Вот, и поэтому, конечно, это открывает двери к более эффективному бизнесу для компании. И в целом работодатели и компании по всему миру топовые, они заинтересованы в прохождении сертификации. Вот, они оплачивают очень часто своим студентам такую сертификацию. У нас это чуть меньше. Вот я уже выпустил около 5 групп сертификации, ну, только где-то до 20% компании готовы оплачивать. Поэтому следующий вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в чате, плюс те из вас, кому компания готова оплатить сертификацию. Давайте посмотрим. Ну и минус, если вы знаете, что вам компания точно не оплатит. Кто смотрит в Фейсбуке, тоже можете ставить плюс-минус. Здесь видны комментарии ваши, которые вы будете писать. Поэтому, пожалуйста, напишите. Так, вот есть один минус в чате. Угу. Кто смотрит в Фейсбуке, там в комментариях можно перейти по ссылке и подключиться к Zoom, чтобы видеть еще и презентацию, которую я показываю, потому что тут еще есть презентация на экране. Так, Анна тоже минус, а вот один участник или участница под именем iPhone написали плюс. Угу. Так, и там тоже минус. Ну вот, да, к сожалению, но мне кажется, что эта ситуация скоро изменится. Например, в Казахстане, я уверен, что есть участники из Казахстана, HR-сертификация сейчас очень востребована, очень популярна. Ну, не только HR, скажем так, финансовая сертификация. Вот, там это осознали. Я думаю, что другие страны, другие компании тоже достаточно быстро придут к тому, что сертификация — это круто, после сертификации их сотрудники более прогрессивные, более крутые, и поэтому стоит это поддерживать не только словами, но и финансово. Курс, значит, подготовительный курс, о котором мы сегодня говорим, называется «Подготовка к сертификации SPHRI». Почему именно SPHRI? Сейчас там дальше будет слайд, я покажу, какое есть отличие. Этот курс построен полностью на модели компетенции HRCI. Чуть позже тоже ее покажу. Вот. Соответственно, все знания, которые вы получаете, ну, кроме того, что вы сдадите успешный экзамен, вы еще будете уверены в том, что вы обладаете теми знаниями, которые должны быть для HR там, в разных странах мира. Ну, то есть те знания, которые есть у вас и у HR компании Google, Facebook, там, Dropbox или какой-нибудь еще другой компании, они будут примерно идентичны. Дальше. В сертификации, так как в названии сертификации есть буковка I в конце, SPHRI, I отвечает за приписку International. Это означает, что вы будете изучать мировые практики, международные, вот, что позволит вам понимать, как вообще HR устроен в международных компаниях. Это снизит для вас входной барьер для того, чтобы работать в международной компании. То есть международные компании будут понимать, что вы, в принципе, понимаете, как там выстроен HR, о чем идет речь. Но кроме того, что мы будем изучать международные практики, для того, чтобы вы лучше усвоили материал, я буду постоянно проводить аналогии с тем, как это у нас. Да, я буду рассказывать, вот они это называют вот так вот, а мы это называем вот так вот, а у нас это соответствует вот такой штуке. Это позволит вам связать лучшие мировые практики с тем локальным пониманием, с которым мы с вами знакомы. Теперь расскажу о видах сертификации. У HRCI, Международного сертификационного института, глобально предусмотрено 3 уровня сертификации. Их в целом больше, потому что есть локальные сертификации, которые включают локальное американское законодательство, они нас не интересуют. Есть международные, вот они нас интересуют. Для международных студентов и сдающих экзамен предусмотрено 3 уровня сертификации. Самый базовый называется APHRI, это Associate Professional in Human Resources. Эта сертификация выдается тем, у кого даже нет опыта работы в HR,
То есть это для начинающих специалистов. Также она популярна в высших учебных заведениях, которые готовят HR. То есть это такая сертификация, которую студенты могут сдать, и это будет подтверждать их уровень знаний. В экзамене AP HRI всего лишь 100 вопросов. Экзамен стоит дешевле всего $250 для стран с развивающейся экономикой и $400 для остальных стран. Сразу скажу, что такое страны с развивающейся экономикой. Практически все русскоязычные страны, кроме Украины, к сожалению, относятся к странам с развивающейся экономикой, и поэтому стоимость сдачи экзамена дешевле. Поэтому здесь на каждой сертификации есть две цены. То есть Украина смотрит правую цену, Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие страны смотрят на левую цену. Ну, Молдова и Латвия смотрят на правую цену. Вот. Ну, и AP HRI самый простой. Дальше следующая сертификация, такая стандартная, называется PHRI, Professional in Human Resources. Минимум 1 год опыта работы требуется. Вообще-то на сайте у них указано несколько нюансов в зависимости от того, какой уровень высшего образования. Но я предполагаю, что у всех у нас, практически без исключений, есть базовое высшее образование. Поэтому я не показывал, что если у вас бакалаврат, то нужно там 2 года, если специальное, то 3 года и так далее. Вот я показываю, что 1, если базовое высшее образование, что я ожидаю, скорее всего, всех у вас есть. И вот там уже 145 вопросов, и этот экзамен стоит $300 или $495. И SPHRI, та сертификация, о которой мы говорим с вами сегодня, она называется Senior Professional in Human Resources. Что такое senior? Означает, что это более опытный HR. Здесь требуется минимум 4 года опыта работы. Здесь 105 вопросов, и она стоит $400 либо $595, в зависимости от того, в какой вы стране. Соответственно, то, что оценивается в каждой сертификации, тоже немножко отличается. Здесь вот у нас есть 3 таких описания, что где оценивается. Но если в AP HRI больше такой базовой теории, в PHRI добавляется еще правильное там, принятие решений, какие-то поведенческие компетенции, то в SPHRI есть большой упор на бизнес. Да? То есть здесь даже вопросов таких вот чисто-чисто HR-овских будет меньше, больше будет про HR в бизнес-контексте. Вот. Ну и, соответственно, чем правее сертификация, тем более она как бы престижная, тем более она высокого уровня. Вот, и тем больше уважения. Вот, и поэтому я решил запустить курс SPHRI для того, чтобы как можно больше студентов в наших странах, я уже не говорю страны СНГ, да, потому что это не СНГ, у меня студенты из разных стран, наверное, правильно говорить, Восточная Европа. Вот, чтобы как можно больше этих студентов получили сертификацию, потому что это часть профессионального сообщества, это то, что выводит нас на новый уровень. Вот. Это то, по каким критериям судят о нас наши там западные партнеры, западные коллеги, да, потому что одна из моих мечт где-то года, наверное, 4-5 назад была, чтобы Запад не считал нас просто как кадровиками, да, чтобы к нам относились как к солидным, серьезным HR. Вот, это была мечта 5 лет назад, тогда я там впервые писал про сертификацию, переводил какие-то статьи на русский язык, какие-то модели компетенций. Сейчас, как мне кажется, нам это начинает уже удаваться, да, то есть мы потихонечку начинаем развиваться, заявлять о себе как об HR-ах, как стратегических партнерах. Вот, у нас появляется сертификация, мы начинаем использовать HR-софт, мы участвуем в глобальных международных исследованиях Deloitte, например. И так далее. Вот. То есть движение началось, и следующая моя цель или моя мечта — это чтобы HR в наших странах, они считались одними из лучших в мире. Например, это удалось добиться в профессии дизайна, это удалось добиться в некоторых профессиях маркетинга, это удалось добиться в инженерных профессиях. Да? То есть, например, разработчики там, из Украины, Беларуси, России, они считаются одни из самых лучших в мире. Вот. И мне то же самое хочется для HR, да, чтобы в мире HR из вот этих вот стран считались одними из самых лучших. И поэтому моя заинтересованность в этих видах сертификации, в распространении знаний, и поэтому есть этот курс. Так, идем дальше.
Следующий слайд – преимущество. Значит, какое преимущество дает сертификация HR? Во-первых, во многих международных компаниях есть требования, что у HR должна быть сертификация, особенно на руководящих должностях. Во-вторых, когда международная компания выходит на наши локальные рынки и получает большое количество откликов от кандидатов и видит у кого-нибудь в отклике название SPHRI или PHRI, соответственно, они понимают, что, о, а этот кандидат, он уже реально более высокого уровня. Да, то есть это дает вам возможность быть рассмотренными в одном из первых там, групп. Дальше это уважение коллег. Ну, действительно, так как HR все больше и больше узнают о сертификации, те, кто сдал сертификацию, заявил об этом, написал об этом, конечно же, его или ее коллеги уважают, ну, понимают, что это круто. То есть это непросто. Дальше, согласно исследованиям, у людей с сертификацией происходит более активный карьерный рост, их охотнее повышают должности. Далее это получение международных знаний. Вот, например, мои студенты из прошлых групп, когда я у них спрашивал, зачем вам сертификация, почему вы пошли, вот расскажите мне. Они говорят, что ну вот я работаю в локальной компании, и у нас, ну, в принципе, все локально. А я хочу понимать, как это в международном HR, хочу разбираться, да, хочу соответствовать, и для меня сертификация – это возможность заглянуть в международный HR. Я не работаю в международной компании, но благодаря сертификации я понимаю, как это выглядит. Дальше. Это возможность указывать в подписи, причем только у HRCI такая есть возможность. Я вот, например, быстрым поиском нашел в LinkedIn человека с сертификацией, да, вы можете увидеть, что написано Елена Белова, SPHRI. То есть, например, как там финансисты, финансовые директора указывают у себя в подписи сертификацию CFA, а также сертификацию ее HRCI можно указывать у себя в подписи в почте, в LinkedIn, в Facebook, когда вы выступаете на конференциях, когда вы пишете статьи, когда вы пишете книги, да, это сразу повышает ваш уровень. Например, то же самое, как профессора пишут. Там, такой-то, такой-то, запятая, PhD. Ну, сразу понятно, что это авторитетный человек. То же самое здесь. Дальше, если вы заинтересованы в участии в конференциях, как спикер или там, в то, чтобы статьи писать, очевидно, что с сертификацией HRCI на вас будут обращать больше внимания. Вот. Выше востребованность на рынке и выше заработная плата. Это на основании исследований тоже. Это здесь я уже проговорил. Что еще приятно? LinkedIn, ну, я думаю, что все мы пользуемся LinkedIn, позволяет интегрировать сертификацию HRCI в профайл. То есть вот, например, я сфотографировал, да, тут, ну, например, у Coursera есть возможность диплом полученный интегрировать и в LinkedIn. То есть это не то, что кто-то может себе написать. Если у вас нет сертификата, вы такое не сможете внести, потому что я дальше покажу следующий слайд. Эта сертификация ведет потом на специальный сайт, где есть подтверждение, что вы обладатель сертификата. Что здесь видно? Здесь видно уровень сертификации, в частности SPHRI. Видно, какая организация выдала. Виден логотип. Ну, то есть сразу HR международные, пролистывая профайл, опа, видят логотип HRCI. Видно дата выпуска и дата окончания сертификации. Виден код. И есть ссылочка, по которой можно пройти, чтобы проверить, действительно ли это сертификация. По ссылке открывается сайт такой организации, как Acclaim, которая выдает цифровые сертификаты. Это международная организация. Ей сертификационные компании отдают данные в каталог, и они выдают цифровой бэдж. То есть, соответственно, когда у вас есть цифровой бэдж, вы его указали в LinkedIn или где-нибудь в резюме, где угодно, любой человек может пройти и проверить, это настоящая сертификация или вы просто там указали, ее не существует. Проверить, когда она была сдана, когда она заканчивается, вот, увидеть картинку и так далее. Вот это вот цифровой бейдж, как цифровой ваш паспорт сертификационный, да, который подтверждает, что у вас есть сертификация, которую подделать невозможно. Можно напечатать диплом, да, можно найти классных мастеров фотошопа, дать им диплом, сказать, слушай, вот я хочу тоже такой диплом красивый, напиши там мою фамилию. Мастеры фотошопа вам напишут, вы напечатаете или сделаете картинку. Ну, вы такое не будете делать, извините, это я говорю про каких-нибудь недобросовестных людей. Очевидно, что если вы сюда пришли, это не те люди, которые будут делать. Вот, то цифровой бейдж подделать невозможно, абсолютно никак.
Студенты. Расскажу немного про своих студентов. Уже 2 года я готовлю к международной сертификации HRCI. Студенты из 30 студентов, которые пошли на экзамен, 29 успешно сдали экзамен. Одна девушка не сдала, но призналась, что она плохо готовилась. Вот, таких картинок у меня на самом деле очень много. Да, это та распечатка, которая дается сразу после экзамена. Вот, тут написано, можно видеть, пас сдан. Это такой картинка счастья, потому что обычно с этой картинкой связано очень много положительных эмоций. Чуть позже покажу, как люди пишут. Вот, а вот есть картинка, например, где видно уровень знаний. То есть студенты, которые проходят подготовку со мной, уровень их знаний выше среднего. То есть вот тут где-то серединка, да, мы видим, что по многим темам они подготовились лучше. Я не скажу, что это полностью моя заслуга, ни в коем случае. Большая заслуга самих студентов. Как они готовятся, тоже расскажу. Но, тем не менее, факт остается фактом. То, каким образом построен обучающий курс, это работает и это приводит к успеху. Что вы в итоге получаете? Вы получаете, если вам нужен печатный диплом, вы его получаете после сдачи сертификации. Единственное, что, так как сейчас все экономят бумагу, сражаются за деревья, по умолчанию бумажный диплом не выдается. Его нужно дополнительно заказать. Он стоит $50, и пересылка за пределы США тоже около $50. То есть около $100 дополнительно за печатный диплом. А цифровой бейдж получает каждый по умолчанию, как только сдаст экзамен. То есть вам на почту приходит этот бейдж, сразу предложение добавить его в LinkedIn, в Facebook, вы добавляете, ну и потом можете у себя в почте, в подписи прописать, да, или дать ссылочку, ну и где угодно, где вы хотите применять этот бейдж. Что вам даст курс, о котором я сегодня рассказываю? У нас будет закрытая группа в чате, в Телеграме, да, но сейчас есть открытая группа. Открытая группа, она остается навсегда. В открытую группу будут добавляться новые студенты следующих курсов. Там можно задавать общие вопросы. Но те, кто обучается на курсе, будет закрытая группа, где мы будем обсуждать вопросы, проблемы, сложности, нюансы и так далее. Будет поддержка. Бывает такое, что нужно кому-то что-то подсказать, помочь, непонятно куда нажать, еще что-то сделать. Все это поддержка будет. Дальше вы получите материалы, о них чуть позже расскажу. Дальше это повысит ваши шансы сдать экзамен по сравнению с попыткой сдать его самостоятельно. У вас будут тренировочные тесты. Сразу скажу, что это не точно те же тесты, которые будут на экзамене, потому что HRCI такое запрещает, это категорически запрещено. Но будут тесты, которые очень похожи на те, которые на экзамене. То есть после каждого занятия у вас будет возможность потренироваться, отработать полученные знания на практике. И такие тесты можно сдавать неограниченное количество раз в нашей системе. Дальше покажу систему. То есть вы тем самым нарабатываете, набиваете руку и учитесь, как сдавать экзамены. Также, как показывает опыт, обучение на курсе – это еще поддержание ритма. Потому что многие люди, которые хотят сдать сертификацию, сами себя сложно организовать, быстро хочется на что-то отвлечься. Когда же ты обучаешься в группе, то у тебя есть ритм, и ритм этот тебя поддерживает, группа поддерживает, занятия, которые регулярно проходят, тоже там напоминают о том, что ты готовишься к сертификации, приди на занятия. Вот. И решение возникших проблем и сложностей. Так как я представитель компании HRCI в СНГ, у меня есть контактные лица в HRCI, с которыми я общаюсь. Если у студента возникают сложности, мы списываемся с моими контактными лицами, помогаем решить эти вопросы. Вот. Там могут быть разные нюансы, но они все решатся. У нас нет ни одного студента, у которого бы возникла проблема, и мы бы эту проблему не решили. Вот. Поэтому это еще такая гарантия, что вы не останетесь наедине с проблемой, если там какая-то сложность с оплатой произошла, или сложность с регистрацией, или, не знаю, еще с чем-то. То есть вы получаете полноценную поддержку. Материалы и тесты, которые есть в курсе. Если вы не идете на курс, то вы вынуждены самостоятельно покупать себе материалы, тесты, самостоятельно изучать. Не всегда эти материалы качественные, не всегда они сфокусированы именно на экзамене. Иногда их очень много, они избыточные. В курсе вы получаете только самое необходимое, и это уже входит в стоимость курса, то есть не нужно дополнительно оплачивать. Вот. Как мы готовимся? Теперь расскажу, как происходит подготовка к экзамену и как в целом нужно готовиться, если вы решили сдать экзамен HR-овский. Первое – это онлайн-вебинары.
То есть у нас предусмотрено 12 онлайн-вебинаров, которые будут проходить один раз в неделю. Это оптимальный темп. Один раз в неделю, потому что после вебинара вы еще можете поработать с материалами, и это вас лучше готовит к экзамену. Потом вы проходите тесты в онлайне. Они выглядят примерно так же, как на экзамене. Они тоже ограничены во времени. То есть вам дается на каждый вопрос примерно 1 минута. Соответственно, за 12 занятий вы минимум 12 тестов пройдете. Но я бы рекомендовал каждый тест пройти по 2-3 раза, чтобы их лучше заучить. Ну, не именно тесты, а материалы в тестах, и потренироваться. То есть у вас уже будет ощущение, с какой скоростью вы готовы проходить эти тесты, вы научитесь вмещаться в тот срок, который вам дается на экзамене. Дальше у вас будут конспекты. То есть, ну вот сегодня вы уже увидите презентацию PowerPoint, но также к презентации будет небольшая расшифровка, сжатый конспект, только самые необходимые знания. Это является один из моментов моей подготовки. Я говорю о том, что не нужно изучать вообще весь HR, не нужно читать вот такие талмуды книг, которые очень часто рекомендуют. Почему? Потому что это очень сильно перегружает вашу память, это сильно перегружает вас, это быстро создает желание от всего отказаться. Вот. Соответственно, для того, чтобы вы не сошли с дистанции, вы работаете только с самыми необходимыми знаниями. Вот. Поэтому у вас будет сжатый конспект. И это регистрация на экзамене. Уже сегодня я покажу, как происходит регистрация. В принципе, там ничего сложного нету, но этот момент тоже нужно знать, чтобы вы четко понимали, что вас ждет, как это выглядит. Программа подготовки есть PHRI. Всего у нас 4 модуля, которые разделены на 12 занятий. Первый модуль – это бизнес-лидерство. Второй – это управление талантами и менеджмент. Третье – это HR-процессы. И четвертое – это аналитика и измерения. Вот эти 4 темы крупные, которые должны знать все HR уровня senior. Что такое уровень senior? Это от 4 лет опыта работы. Это обычно HR, которые занимают руководящие должности. Ну, либо должность, например, HR-бизнес-партнера, которая может и не быть подчиненных, но она считается senior уровня. Вот. Сам экзамен, на который вы все пойдете, значит, расскажу немножко о нем. Он проводится в специальной организации. Называется тестовый центр Pearson View. Pearson View – это глобальные партнеры HRCI. Тестовый центр находится в организации локальной, которая сотрудничает с Pearson View. Вот. На сайте Pearson View можно посмотреть в вашей городе, в вашей стране, в вашем городе, что это за организация. Соответственно, вы приезжаете в эту организацию в назначенное время и назначенную дату, которую вы выбрали самостоятельно. Вот в чем преимущество HRCI? Здесь вы можете сдать экзамен в любое время года, только записавшись заранее. Сам экзамен длится 2 часа и 30 минут. Тоже преимущество этой сертификации, то есть она не растянута на какое-то безумное количество часов. На экзамене 105 оцениваемых вопросов и еще есть 25 подготовительных. То есть всего 130, но оценивать вас будут только по 105 вопросам. Язык теста английский, но я еще тему английского языка отдельно прокомментирую. Пусть это вас не пугает, если у вас не супер свободный английский. Экзамен происходит онлайн за компьютером, то есть вы приходите в тестовый центр, заходите в специальную комнату под наблюдением, и там вас садят за компьютером. У вас есть экран, у вас есть мышка, у вас есть листочек и карандашик, и вы начинаете работать. Стоимость, я уже сказал, для Украины будет $595 все вместе, для других стран $400, ну и сдача в любое время, когда вы будете готовы. Я обычно рекомендую сдавать экзамен после окончания курса, не сильно затягивая, то есть в течение месяца после окончания курса, пока еще вся информация в голове свежая, вот, пока есть задор. Вот у меня много студентов сдавали экзамен, мы, например, по пятницам учились, и они сдавали экзамен следующий день, на следующей неделе после последнего занятия, и успешно. Вот. Поэтому лучше заранее идти, не планировать. Допуск к экзамену. 4 года опыта работы в HR. У нас есть несколько людей, которые работают в должности, которая возглавляет в том числе и HR.
Вот, такое тоже возможно. Мы просто при регистрации правильно укажем вашу роль, вашу должность. Вот, я считаю, это тоже HR. Угу. Дальше. После курса вы будете свободно владеть компетенциями, которые в курсе. Они детально описаны вот в такой книжечке. Там есть список всех компетенций. Соответственно, курс подготовительный – это не только там, сдача сертификации, это еще и дополнительные знания, которые вы получите. В этом курсе не будет инструментов, ну, таких вот прям, которые вы потом можете использовать, или большого количества кейсов разных компаний, потому что фокус все-таки экзамен. Но, тем не менее, свои теоретические знания об HR вы расширите однозначно. То есть, как показала практика всех групп, которые уже прошли подготовку, они узнали действительно новые вещи об HR, о международном HR. Вот. Кто-то что-то начал в компании применять и так далее. Вот несколько отзывов тех, кто сдал экзамен. Вообще, это очень эмоциональная штука. Каждый раз, когда мои студенты пишут о том, что они успешно сдали экзамен, я сам испытываю много радости. Вот, это очень приятно. Ну и все, кто его сдал, тоже испытывают большие положительные эмоции. Да, то есть это реально круто. Ну и в целом, да, это как... Представьте, как финальный экзамен в институте. Вы его сдаете и понимаете, что все, вот у вас диплом, и впереди интересная, прекрасная жизнь. Поэтому сертификация – это интересно. Где мы учимся? Значит, ну вот сегодня мы с вами общаемся на платформе Zoom. Вы уже получили опыт, как это выглядит. Да, у нас есть чат справа внизу, вы там можете писать вопросы, отвечать на мои вопросы. Потом это занятие, которое вот сегодня мы с вами проводим, оно сохранится в специальной платформе, где будет доступно для вашего просмотра еще год. Там же у нас будут тесты, то есть вы сможете на этой платформе проходить тесты, смотреть свои результаты, за сколько вы прошли, сколько вы сделали ошибок. Вот. И доступ к этой платформе у вас один год сохраняется. Регистрация на экзамен. Теперь я покажу, как происходит регистрация на экзамен. Вот, проведу эту демонстрацию для того, чтобы вы знали, что вас ожидает, для того, чтобы, регистрируясь на экзамен, вы могли это сделать правильно. Так, сейчас, секундочку, я сделаю доступ к своему экрану. Так, Safari. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы увидите мой экран с сайтом HRCI. Видно? Ну, понятно, те, кто в Фейсбуке, чтобы увидеть, вам нужно перейти по ссылке в описании. Те, кто не в Фейсбуке, угу, да, я должно видеть. Вот, ну, то есть мы заходим на сайт, который называется hrci.org. Давайте, если вдруг вы готовы прямо сейчас, можете тоже перейти, посмотреть. Справа вверху мы нажимаем «Логин». Если мы никогда на этом сайте не регистрировались, у нас будет окошко, где мы можем зарегистрироваться. Вот это вот «Sign up» — это как раз та самая регистрация. Здесь я должен ввести свой email. Вот, так как у меня есть реальная регистрация, я ввожу какой-то просто email, вы вводите свой. Здесь вы должны придумать какой-то пароль, сейчас, который соответствует этим требованиям. Вот, да? Например, что здесь должно быть? Не менее 8 символов, должны быть буквы нижнего регистра, верхнего регистра и какая-то цифра. Ну вот я что-то там ввел, не буду даже запоминать. Логин повторяю. И вот здесь есть такой нюанс. Они его не убрали. Здесь принимается мобильный номер только определенного формата. Так как он ни для чего не используется, я рекомендую вводить просто от 1 до 0 и в конце тоже 1. Американский формат начинается с цифры 1. Угу. По-моему, вот так вот, да. От 1 до 0. Это была базовая регистрация. Теперь мы попадаем на внутренний сайт, где нам нужно заполнить небольшую анкету. Вот сразу же. Мы указываем first name, last name, то есть, например, имя, фамилия и страну. Ну, я так понимаю, что у нас здесь много. Например, есть Казахстан, Узбекистан. Напишите в чате, из каких вы стран. Давайте сейчас посмотрим, кто у нас сейчас в онлайне присутствует, из какой вы страны.
просто название страны. Казахстан у нас, Узбекистан, Беларусь, Одесса, Украина. Угу. Вот Казахстан я регистрировал, Узбекистан никогда не регистрировался. Выберу Узбекистан тогда сегодня. Ну, вы выбираете свой. Все, больше здесь ничего заполнять не нужно. Нажимаете «Создать аккаунт». Угу. У вас будет позже и для всех, и для тех, кто не в курсе, я выложу запись сегодняшнего занятия. Вы сможете потом это сделать более медленно, если вдруг сейчас для вас очень быстро. Вот. Мы ввели страну. Следующее, что нам нужно нажать, это мои заявки на экзамен. Нажимаем. Обратите внимание, то справа вверху крутится такой кружочек, загружается. Вот когда загрузился, мы должны выбрать свою сертификацию. Нас интересует сертификация SPHRI. Пожалуйста, не перепутайте. У меня были студенты, которые проходили подготовку PHRI. Вот она здесь. Но случайно выбирали другие экзамены. Кто-то выбрал SPHR случайно, кто-то APHRI. Что любопытно, все сдали экзамен. Ага, Таджикистан тоже есть. Вот, то есть подготовка действительно у нас серьезная, что дает возможность сдать почти любой экзамен. Но, пожалуйста, вам нужно SPHRI, последний. Мы нажимаем Apply. Видите, снова крутится эта штучка. Если у вас медленный интернет, может долго крутиться, наша задача дождаться. Кстати, бывает разная нагрузка еще на сам сайт. Вот. Теперь покажу, как заполнять правильно анкету. От качества и точности заполнения этой анкеты зависит, допустят вас к экзамену или не допустят. Дата рождения. Обратим внимание, что сначала месяц, потом день и потом год. Соответственно, я пишу свою дату рождения. Дальше мы пишем адрес улица. Да? Улица, я напишу Абрикосовая. Вы свою, ну только на английском языке, по правилам транслитерации. Вот, сити. Узбекистан. Не знаю. Вы можете быть из разных городов. Напишу солнце, да, ваш этот штат. Обычно здесь те, кто живет в столице, просто повторяется название столицы. Если кто-то живет в какой-то области, пишется область. Ну, я напишу, например, Виноградная область. Если вы заказывали с Алиэкспресса какие-то посылки или за границы, вы обычно уже умеете указывать эти данные. Почтовый код. Я не знаю, какой там будет. То есть вы указываете свой реальный почтовый код. И телефонный номер. Здесь вы уже указываете свой телефонный номер в международном формате. Международный формат – это код страны и локальный код. По-моему, так. То есть это не 00 что-то, да, а это там Россия – это 710, 715. Беларусь 375, Казахстан тоже там он на 7 начинается. Вот. Ну, в общем, не перепутайте. Дальше вот здесь вот Preparation Course Organization. Пишите, пожалуйста, Майк Притула. Вот. Тогда мои партнеры смогут увидеть, что это я подготовил вас к экзамену. Ну, и нам будет легче найти вашу анкету, если вдруг какие-то проблемы. То есть вот курс Organization, то, где вы подходите по подготовку. Следующий шаг. Самый высокий уровень образования. Если у вас высшее образование, это graduate degree. Далее указываем год, когда он получен, и день. Ну, многие люди не помнят точный день, как я сам не помню, когда я получил свой диплом. Это не принципиально. Можно предположить, что мы заканчиваем обучение летом. Вот, год, соответственно, я думаю, вы помните. Специальность. Вы пишете свою специальность. Ну, у меня, например, банковское дело. Статус студента. Если вы учитесь, вы ставите, что вы учитесь, но вы уже не учитесь. Вот. Так. И здесь вопрос, как вы можете подтвердить, что вы соответствуете требованиям по employment, по занятости. Так. Здесь у нас...
employment law. Questions covers employment method, backward refugee hire and human resources. College, university. Да, здесь, в общем-то, он, мы не выбираем. Ну, странно, это новое они добавили. Такого раньше не было. Я думаю, что мы можем оставить пустым, но сейчас посмотрим. Это новая какая-то, новое поле, которое появилось. Вот, и здесь мы добавляем HR-опыт. Да? Вы видите, что здесь требуется 48 месяцев минимум. Поэтому мы добавляем название компании, номер телефона в международном формате и категория должности. Категория чаще всего либо HR-лидер, если вы руководитель какого-то подразделения, либо там HR-operations, recruitment, learning. То есть смотрите, какая больше вам подходит. Если сомневаетесь, можете написать мне, я подскажу. Обязательно поставить галочку, что вы подтверждаете, что это именно работа связана с HR. И дальше начало работы указываете. И окончание, если вы закончили, или это текущая должность, если вы еще работаете. Если у вас несколько было мест работы, вы, соответственно, добавляете каждое место работы. Да? То есть еще раз нажимаете «Добавить» и все их добавляете. Ну вот сейчас мне показалось, что у меня 167 месяцев из 48, я соответствую критериям. Далее нажимаем «Перейти дальше». А, ну да, все, там можно галочку не ставить, если вы не проходили специальную подготовку. Вот, здесь я уже вижу, что так как я указал Узбекистан, у меня сниженная цена, $400 итого, а не $600. Вот, дополнительно ничего покупать здесь не нужно. Просто $400, переходим к следующей. Нет, все-таки ему не понравилось, что я вот здесь не ответил. Ну ладно, будем выбирать первый пункт тогда. I have completed an education and training certificate program in employment law. Угу. Надо будет у них уточнить, что новая штука появилась. Так, хорошо. Переходим дальше. Здесь мы ничего не выбираем. Это для людей с ограниченными возможностями, если нужно заказать какие-то специальные опции. Соглашение. Здесь мы должны пролистать до самого низа. Если мы не пролистали, то будет, не будет галочки. Пролистали соглашение, поставили все галочки и переходим к оплате. Сейчас откроется наша корзина. Вот, нажимаем «Оплатить». Ну, это когда вы уже будете готовы, соответственно. Сюда переносятся все данные. Вот, обратите внимание, можем сейчас проверить, но обычно вот здесь, где штат, требуется сократить до 3 букв. Я попробую, значит, мы выбираем тип карты Visa или MasterCard, я ввожу просто цифры от балды, CVV-код, который с обратной стороны карты, имя на карте и дата окончания на карте, месяц и год. Так, нажимаю «Оплатить». Ну, сейчас мне вернется ошибка, потому что это не настоящая карта. Да, неверный номер. Но у вас обычно оплата проходит, на почту приходит чек, и дальше вы ждете 1-2 недели, пока вашу заявку проверят. После проверки заявки вам приходит ссылка на Pearson View, сайт, где вы регистрируетесь на экзамен. В ссылке приходит специальный код, который вы будете вводить. На сайте Pearson View вы выбираете дату и время сдачи экзамена. Вот. Ну, примерно покажу, так как у меня нету сейчас ссылки, да, я не регистрировался. Я покажу просто. Но у вас в письме будет ссылка, то есть по ссылке, по идее, оно все сразу попадет на нужную страницу. Вот. Давайте покажу, где тестовый центр находится. Значит, Узбекистан. Вот самые близкие тестовые центры Узбекистану. Азербайджан, Пакистан,
Казахстан. А, то есть в Узбекистане своего тестового центра нет. Ну, это нормально, студенты активно летают в разные страны. А, еще Азербайджан. А, я его сказал. Так, Таджикистан. Таджикистан. Пакистан. Индия. Индия. Ближайшие. Так, Беларусь. Украина, Москва, Венгрия, Германия и Румыния. Украина, ну, Украина, соответственно, есть Украина. Вроде бы все показал. Вот, хорошо. Так, и возвращаемся к нашей, ну, я надеюсь, все предельно понятно. Возвращаемся к нашей сегодняшней презентации. Английский язык. Я обещал рассказать про английский язык. Я знаю, что у всех разный английский язык, поэтому, если можно, напишите, пожалуйста, в чате уровень своего английского языка. Это, например, beginner, начинающий уровень. Это pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced или fluent. Напишите, пожалуйста, в чате. Давайте посмотрим, какой у вас уровень английского языка. Upper. Угу. У меня были студенты с самым разным английским языком, были даже без английского языка те, которые учили немецкий. Те, которые учили немецкий, они брали английский язык дополнительно, где-то полгода учились, они три месяца, ну там есть разные, есть три месяца до начала обучения на курсе плюс три месяца на курсе, кто-то три месяца на курсе плюс три месяца после. Да, преподаватель английского, B2, это высокий уровень. Вот. Intermediate. Тоже неплохо готовились. По-моему, даже был один pre-intermediate. Важно понимать, что английский, если начального уровня, то потребуется запоминать, заучивать слова. То есть, помимо всего прочего, еще нужно будет работать со словарем. Значит, расскажу теперь о своей методике подготовки к экзамену, потому что у нас совмещение английского и русского языка. Вот. А обычно у тех, у кого нет свободного английского, у них ниже процент сдачи экзамена, но он только не у нас, у нас наоборот выше. Почему? Потому что мы разбираем слайды, мы их смотрим, ну, у нас сейчас будет демо, мы сейчас посмотрим сегодня слайды с занятий. Вот. Мы смотрим слайды на английском языке, конспекты читаем на английском языке, но обсуждаем все на русском языке. Это позволяет нам связать термины, там, знания, с нашим пониманием. То есть английские слова, английский язык не становится для нас чем-то абстрактным, да, а чем-то очень понятным. Это еще и круто вас прокачивает в плане понимания англоязычных терминов. Вот. И как показал уже мой опыт, это очень сильно повышает запоминание и повышает успешность на сдаче экзамена. Вот. И теперь переходим уже к части сегодняшнего занятия. Рассмотрим первый блок, первый модуль сегодняшнего занятия и рассмотрим, как будут проходить все остальные лекции. Вот. Первое занятие посвящено бизнес-лидершип, частично этой теме. Тема номер один в бизнес-лидершип – это organization and management. Всего здесь 4 темы. Мы сегодня рассматриваем одну, остальные темы рассмотрим на других занятиях. То есть мы будем начинать более медленно и чуть-чуть ускоряться на последующих занятиях, чтобы потом, ну, вы вошли в ритм, там, привыкли, вам стало комфортнее, легче и так далее. На занятиях мы рассматриваем две вещи. Первое – это примеры тестов, для того, чтобы у вас было понимание, как они формулируются, как их читать, как их понимать, как правильно выбирать ответы. И дальше теорию. На экзамене у вас практически все тесты будут в формате «выберите правильный ответ». Очень редко будет, когда нужно будет вписать правильный ответ, и очень редко, когда нужно будет выбрать два правильных ответа. Большинство вопросов — это выберите правильный ответ. На занятиях все тесты я зачитываю, весь материал на русском языке, ну, такой достаточно свободный перевод, да, то есть я не стараюсь сильно поменять текст, как-то улучшить его красоту, а стараюсь переводить максимально дословно для того, чтобы вы глазами, когда я перевожу, тоже пробегались и запоминали какие-то новые термины. Ну, давайте посмотрим. Итак, значит, один из возможных вопросов на экзамене будет звучать так. Разрабатывая новую стратегию найма, основываясь на
найденных организационных потребностях HR-директор выполняет какую менеджерскую функцию? И варианты ответа – планирование, направление, координация или организация. Как вы считаете, какой из этих ответов правильный? Напишите, пожалуйста, в чате A, B, C, D. Давайте посмотрим, за какой ответ вы проголосуете. И вот так вот мы на занятии будем по несколько, на занятиях по несколько тестов разбирать. Вы будете писать. Я потом буду рассказывать, показывать, какой правильный. Так, пошли ответы. Один ответ за D, один за C. Угу. D. Так, хорошо. Остальные тоже за D. Правильный ответ D. Объяснение. Организующая функция менеджмента включает дизайн структуры, которая помогает достижению целей. Дизайн активно назначает ресурсы к тем задачам, которые есть в организации. Организационная функция позволяет функции планирования, или точнее следует за функцией планирования, которая фокусирует на прогнозировании и постановке целей, и уже была завершена HR-директором в данном случае. Вот. Вот так вот мы будем рассматривать вопросы, так мы будем с ними работать, то есть читать объяснения. То же самое на платформе, где вы будете тренироваться, сдавать тесты. У вас будет такой же вопрос, варианты ответа. Вы будете отвечать то, как вы считаете правильно. Система вам будет показывать, вы ответили правильно или неправильно, и объяснять, почему этот ответ правильный или неправильный. Работа с тестами, ошибки и чтение правильных ответов – это, ну, около 50% подготовки к экзамену. Да? То есть вы таким образом начинаете правильно учиться отвечать на вопросы. Поэтому не переживайте, если поначалу у вас будет много неправильных, со временем вы, ну, приловчитесь и научитесь отвечать правильно. Более того, на экзамене обычно чуть-чуть легче, чем на подготовке. Вот, поэтому не расстраивайтесь, если поначалу у вас будет много неправильных ответов. И мы рассмотрели тест, теперь рассмотрим теорию. Да? Мы так на занятиях тоже постоянно будем делать. То есть сначала смотрим тест, чтобы понять, а что у нас будут оценивать, а потом будем рассматривать теорию для того, чтобы понимать, как это работает. И вот, собственно говоря, здесь описана работа менеджмента в организации. Менеджмент состоит из четырех основных функций. Это планирование, когда мы планируем что-то будущее, да, будущие цели. И в эту функцию входит обязательно бюджетирование. Потом это организация, когда мы готовим все необходимые ресурсы, каскадируем цели и так далее. И сюда входит также обеспечение персонала. Потом ведение. На этом этапе мы реализовываем наш план. И здесь есть направление. И это контроль. На этом этапе мы проводим замеры и смотрим, соответственно, насколько у нас получилось или не получилось сделать то, что мы планировали. Вот. Это нам позволяет выполнять наши годовые цели, быть эффективными. Вот. При этом выделяют как эффективность, так и продуктивность. То есть мы можем какие-то цели достигать, но не самыми оптимальными ресурсами, а можем достигать те же самые цели еще и более меньшими ресурсами. Да, поэтому здесь продуктивность – это то, сколько целей мы достигли, а эффективность – это то, какими ресурсами мы это смогли добиться. Вот. Ну, соответственно, все подразделения в организации полностью участвуют в этой функции. Также хочу рассказать вам, точнее показать, как выглядит конспект лекции. Вот смотрите, мы на занятии будем разбирать вот такие основные модели. У вас в дополнительных материалах будет конспект лекции, где будет та же самая модель и внизу краткое описание, по которому вы сможете готовиться и вспоминать информацию. Да? То есть слайды позволяют вам быстро вспомнить какие-то важные вещи, а конспекты позволяют погрузиться чуть более детально и почитать, что здесь было. Соответственно, ваша подготовка к экзамену – это прийти на онлайн-занятия, как сегодняшнее, послушать, воспринять информацию. Это сформирует у вас костяк знаний, костяк понимания. Дома перечитать конспект лекций,
вот этот, который внизу, его реально очень немного. Да? То есть здесь, ну, потому что там полистаем, здесь только самая-самая выдержка. И дома потом сдать тестовый экзамен, то есть дать тест. Обычно это занимает так, онлайн занятие это час-полтора, чтение дома конспекта это еще примерно, ну, от скорости чтения на английском зависит, например, 1-2 часа в неделю. Прохождение теста — это полчаса-час. Таким образом, на изучение материала и подготовки к сертификации у вас будет уходить 4-5 часов в неделю. Кто-то, конечно, предпочтет более интенсивно готовиться. Ну, кто-то, кому-то нравится, да, более интенсивно готовиться. Кому-то там английский будет поначалу чуть более сложный даваться, да, потребует там больше времени. Кто-то любит все повторять. Поэтому я знаю, что некоторые студенты тесты сдают по 3 раза, там, видео пересматривают по 2 раза. Это, конечно, все, как говорится, up to you, как вы захотите. Вот, ну, основа вот такая. Окей, следующий вопрос. Значит, вы пропущено. Сотрудники нанимаются из функциональных департаментов для работы над специфическим проектом, ограниченное количество времени. И варианты ответа. Продуктовая структура, процессная структура, матричная структура, дивизиональная структура. Напишите, пожалуйста, в чате, как вам кажется, какой ответ правильный. A, B, C, D. Так, ответ D. C. Угу. Угу. 1D и 2C. 3C. Окей. Спасибо за ответ. Действительно, правильный ответ C. Объяснение. Значит, в организационном дизайне только матричная структура сохраняет функциональные департаменты в своем формате. Продуктовая и процессная структура не нанимают членов группы из существующих функциональных департаментов, поэтому эти выборы некорректны. Дивизиональная структура обычно не вовлекается в проектную работу, поэтому этот выбор тоже некорректен. Такое объяснение. И вот теория. Значит, теория заключается в следующем. У организации могут быть разные виды организационных структур. Наиболее классическая организационная структура – это функциональная, когда есть топ-менеджмент и есть представители разных функций, и эти функции подчиняются узко своему руководителю. Это первый вид структуры. Второй вид структуры – это продуктовая структура, когда вверху есть руководитель, потом есть руководители продуктов, и под каждым продуктом есть свои функции. И таким образом у каждого продукта, получается, функции дублируют функции другого продукта. Например, есть какая-нибудь там Coca-Cola Company, есть направление газировок, соков, воды, энергетиков, и в каждой функции могут дублироваться в каждом направлении, в каждом продукте все функции. Не очень эффективно, потому что большое дублирование. Дивизиональная структура, когда компания делится на дивизионы. Дивизионы могут быть по продукту или по регионам. То есть бывает так и называют дивизион Азия, дивизион Европа, дивизион там, Северная Америка. Тогда тоже есть представители всех функций в каждом дивизионе. Ну и дивизионы подчиняются топ-менеджменту. Вот. Далее может быть процессная структура, где все выстраивается как последовательность процесса. Когда компания, например, начинает там, исследование, разработку, потом производство товара, потом его логистику, продажу и так далее. Далее бывает матричная структура. Это как раз та структура, когда в рамках какого-то проекта сотрудники подразделений абсолютно разных, участвуя в проекте, одновременно подчиняются и руководителю своего подразделения, и руководителю проекта, в котором они участвуют. Да, то есть у них такое двойное подчинение. И современный подход, который сейчас начинает применяться, это плоская структура или
такая гибкая организационная структура, когда все сотрудники больше находятся не столько в каких-то функциях, сколько в проектах, которые довольно-таки часто меняются. Сегодня сотрудник будет в одном проекте, завтра в другом. Вот, это отход от такой классической структуры. Ну и матричная структура из этих всех – это тот тип структуры, который включает сотрудников, у которых есть функциональные руководители и которые работают над проектами. Ну и скажу, что на экзамене из всех типов оргструктур вопросы про матричные структуры, они более будут популярны, да, потому что с остальными более-менее понятно, а вот у матричной есть нюансы. Следующий вопрос. Компания, которая наращивает свои усилия в области рекрутинга для найма новых сотрудников, на какой стадии организационного развития находится? A – это зарождение или введение, B – это рост, C – это зрелость, и D – это спад. Как вы думаете, какой здесь будет ответ верный? A, B, C, D. Так, вариант B. Так, спасибо. Кто еще за какой проголосует? Тоже вариант B. B, B. B, B, B. И это верный ответ. Действительно, компания, которая развивает рынок и долю рынка фокусируется на найме и обучении сотрудников, находится на стадии роста. И здесь у нас следующий блок теории – это жизненный цикл организации. Значит, любая организация, она переживает несколько этапов жизненного цикла – от стартапа до роста, зрелости, спада или выживания. Соответственно, на разных этапах будут разные HR-функции и разные фокусы у компании. На этапе стартапа это будет формирование первичной команды сотрудников, будут хаотичные процессы, будет много попыток экспериментирования. На этапе роста мы будем нанимать много людей, их адаптировать и обучать. На этапе зрелости организация может обучать людей быть более гибкими, чтобы они не сильно забюрократизировались, не сильно закостенела структура. И на этапе спада будет, скорее всего, поиск способов оптимизации, сокращений, экономии и так далее. Вот. Ну и главная задача – это понимать, что есть разные жизненные циклы организации и немножко разные фокусы. Следующий вопрос. Что из следующего обычно можно найти на финальной стадии глобальной эволюции организации? И варианты ответа. Экспорт продуктов в другие страны, аутсорсинг должностей в иностранные страны, установление стратегических альянсов с партнерами, лицензирование продукции в иностранных странах. Какой ответ вы считаете правильный здесь? A, B, C или D? Так, C. C. Угу. Вот. Ну и вот, собственно говоря, описание правильного ответа. То есть C – это действительно правильный ответ и объяснение. Последовательность событий движения в глобальный рынок обычно начинается с аутсорсинга рабочей силы и материалов в другие страны. Потом идет экспорт и импорт, потом уже лицензирование продукции. Третий или финальный этап – это формирование стратегических альянсов с иностранными партнерами, такие как совместные предприятия. Стратегический альянс представляет более глобальный этап, чем другие, потому что это дает возможность передать процесс принятия решений в организацию иностранного партнера. И это ведет к децентрализации и глобализации организации. И за этим всем стоит вот такая вот теория, что любая организация – она рано или поздно пытается стать глобальной. Есть первая стадия – это локальная организация, и потом три стадии глобализации. Соответственно, меняется характеристика, меняется стратегическая ориентация, стадия развития, структура и рыночный потенциал. Давайте рассмотрим все четыре вида. Значит, когда компания находится исключительно локально у нас где-то в стране,
Она ориентирована только локально, она очень-очень чуть-чуть вовлекаются какие-то международные вопросы иностранные, у нее точно локальная структура, может быть экспортный департамент, который отвечает за какой-то базовый экспорт, вот, и рыночный потенциал умеренный и преимущественно локальный. Когда наша организация начинает двигаться немножко в международное направление, она начинает становиться ориентированной на экспорт, вот, и у нее обычно появляется несколько тех локаций, на которые она ориентируется. То есть обычно это там, одна, две, три страны. Так, я попрошу, пожалуйста, не рисуйте там осторожно на экране телефона. Да, пожалуйста, не нужно. Вот. С точки зрения этапа развития, она начинает думать, как она себя будет позиционировать. Да, вот, там, локально у нее могут не быть конкурентов, но глобально конкурентов может быть много. Структура у нее будет пока что на первом этапе такая же локальная, но будет какое-то международное подразделение. Да, запись сохранится, да. Вот, ну, такой компании обычно либо открывается где-нибудь офис за границей, либо локальный офис содержит какое-то подразделение, отвечающее за иностранные рынки. И рыночный потенциал у него или у нее увеличивается и становится ориентированным на несколько рынков. Это international, международный. Дальше multinational. Это многонациональный. Фокус здесь меняется на многонациональный. Стадия развития explosion, такой как взрыв, взрывной рост. Структура становится международная, географическая, продуктовая. То есть обычно у такой организации появляется несколько разных офисов. Да, если в первом случае какое-нибудь одно подразделение, да, то во втором случае у нее уже полноценные офисы там, в разных странах открываются. И рыночный потенциал очень большой, мультинациональный. Но мультинациональный подразумевает присутствие в нескольких странах, но не во всех. И вот финальная стадия развития компании на международном рынке – это глобальный. Это когда ориентация уже не на нескольких странах, может быть, самых крупных, а абсолютно на всем мире. Компания уже хочет быть везде. Этап развития тоже глобальный, структура становится матричная, транснациональная, и рыночный потенциал весь мир. Самый большой рыночный потенциал. Вот. Это вот этапы развития организации как глобальный. Следующий вопрос, который может попасться у вас на экзамене, звучит так. Какая из следующих, точнее, что из следующего будет скорее вероятнее правдой в стране с высокой дистанцией власти? И варианты ответов. Первое. Сотни статуй, бигбордов и постеров лидера будет появляться по всей стране. Второе. Лидер, скорее всего, будет появляться в местных газетах время от времени. Третье. Топ-менеджеры и сотрудники будут одеваться одинаковым образом. И четвертое. Вместо того, чтобы нанимать водителя, топ-менеджеры предпочтут самостоятельно вести свои машины. Как вы считаете, какой ответ здесь верный? Ну да. Угу. Это правда. И объяснение, почему именно этот ответ. Страна с высокой дистанцией власти будет спокойно относиться к лидерам, у которых неограниченное количество власти и престижа. Да, я понимаю, что в некоторых странах это как раз. Вот. Это соответствует выбору A, да, где такие вот плакаты этого имиджа будут по всему городу. Три других выбора описывают более скромных лидеров и ситуацию низкой дистанции во власти. Вот. Соответственно, то, когда картинок лидеров много везде, это всегда про высокую дистанцию. И дальше идет теория в этом блоке. Это про национальные культуры. Да, если до этого был слайд про национальные экономики, вот, про глобальные компании, то здесь про национальные культуры. Они могут быть разные. Вот, и HR это должны понимать. Первое может быть индивидуалистическое или коллективистическое. Это когда персональные потребности и цели приоритизируются
И над целями организации, клана или группы. То есть такая очень индивидуалистическая, да, когда каждый сам по себе, каждый сам за себя. Это первый вариант. Второе – это тип культуры, которая либо, как это сказать, ориентирована на мужчин, скажем так, или на женщин. Вот. Соответственно, это когда в культуре устанавливаются разные правила для мужчин и для женщин и разные возможности. Да. Третий тип – это тип национальной культуры избегания и неточности. Это когда то, насколько людям комфортно с теми изменениями, которые происходят в их жизни или на работе, и насколько люди предпочитают известные системы. То есть может быть ситуация, когда люди спокойно относятся к игре без правил, да, это один тип культуры. А второй тип культуры, когда люди предпочитают работу по правилам. Дальше есть тип по дистанции во власти. Она может быть как высокая, так и низкая. Да, где-то будет принято, чтобы там, к высшему менеджменту нельзя напрямую обращаться, а где-то наоборот нужно. Вот. Дальше с точки зрения временной перспективы какие-то культуры будут больше про будущее, а какие-то только про настоящее и прошлое. И дальше про толерантность к всяким там нарушениям и к каким-то небольшим, как это сказать, грехам мелким, вот, где с одной стороны будут относиться спокойно к любого рода таким вот вещам, а где-то наоборот очень жесткие социальные нормы. Вот такие вот бывают варианты деления культур. Ну, соответственно, в каждой стране будет выбор, да, либо индивидуальное, либо коллективное, упор на мужчин, на женщин, вот, четкость, нечеткость, дистанция, временной фокус и отношение к разным нарушениям. Вы, наверное, знаете, что там, в некоторых странах, например, там нарушение закона незначительное, не воспринимается как что-то плохое. В некоторых странах любое минимальное нарушение закона будет восприниматься крайне плохо. Вот, вот это вот был пример, ну, даже не пример, а реальная часть первой темы, первого модуля. То есть мы, так как сегодня было много введения, плюс регистрация на экзамен, затронули только самую малость, посмотрели на ее. Но все равно будет интересно услышать от вас обратную связь, что для вас сегодня было наиболее ценным. Напишите, пожалуйста, в чат, что вы для себя сегодня выносите, поделитесь вашей обратной связью. Вот. Пока вы пишете, я скажу для тех, кто еще не решился. Приглашаю всех, конечно же, пройти курс подготовки к экзамену. Вот, за 12 занятий, то есть это примерно 3 месяца, вы будете полностью готовы, сможете получить свой сертификат и 2020 год встретить уже в новом формате. Обзор подготовки к сертификации, практические тестовые вопросы. Угу. Те, кто уже с нами на курсе, либо уже получили, либо скоро получат доступ в свои кабинеты, сегодня там уже можно будет пройти первый тест из 20, по-моему, 8 вопросов за 28 минут. Вот. Узнаете, насколько вы уже сейчас готовы. Ну и повторюсь, не пугайтесь, если поначалу ошибок будет много. Опыт прошлых групп показывает, что первые тесты самые сложные, что нужно перестраивать мышление, но потом все легче, легче, легче. Вопросы были очень похожи на курс MBA со специализацией в HR. Угу. Ну да, да. По сути, хороший, кстати, комментарий. Это вот я могу прокомментировать, что сейчас, так как MBA все-таки достаточно такое сложное, дорогое, трудозатратное занятие, именно поэтому многие организации начинают смотреть и люди на сертификации, на узкие сертификации, да, потому что MBA там, не все могут себе позволить. То есть, по сути, сертификация – это такая микро-MBA. Вот. Угу. Ну окей, хорошо. Всем спасибо, кто сегодня был в онлайне.
Повторюсь, жду всех на курсе. Все, кто уже на курсе, встретимся с вами через неделю. Все, кто еще не на курсе, решайтесь, присоединяйтесь. У вас есть возможность, да, уже вскочить в эту группу. Вот. Ну, на этом все. Всем хорошего окончания выходного дня, продуктивной рабочей недели. Вот. И всего самого хорошего. Пока-пока.